такая мощная поддержка есть у Республики Татарстан. Благодаря вот той открытости, нашей возможности, вашей поддержке, о Татарстане уже знают много. Сегодня это один из привлекательнейших регионов нашей страны. И вы, наверное, тоже, как и мы, гордитесь, что есть такое место в нашей стране, Республика Татарстан. Вот, прошлой неделе там было, каждую неделю у нас какие-то события, значит, и бокс там, и рок-н-ролл, и футбол, Ливерпуль. Происходят такие события, которые, может быть, 10 лет назад мы даже не мечтали. Ну и привлекательность историко-культурное наше достояние. Вот наследие Татарстана мы только что увидели. Ведь, в принципе, мы стараемся сохранить то наследие, которое у нас есть. Благодарю, что вы нашли время. Это замечательно. Один проект за другим проектом. Но жизнь состоит из того, что... Поэтому, пользуясь случаем, хотел пригласить всех на день рождения. Татары для работы Всемирный конгресс татар. Есть определенные у них... Фронин Владислав Александрович. Доблестный труд награждается. Генеральный директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы. Если вы представляете Москву, она представляет Казань. Ровно 15 лет назад именно вы подписали распоряжение о создании первого медийного республиканского ресурса в Москве. И тогда это был корпункт ГТРК «Татарстан», позже его преобразовали в корпункт ТНВ, потом филиал. В итоге вы стояли у самых истоков нашей 15-летней профессиональной телевизионной истории в Москве. То есть вы с нами. Надеюсь, так же будет и дальше. Журналисты «Астронога» интересуют наши герои. У нас 5 декабря выездное заседание клуба офицеров. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья.